пассажирский автобус, перевернувшийся вблизи села Каштановка, где пострадало порядка 7 человек, сейчас поднимают краном. Его будут увозить. Автобус двигался по направлению Каштаново и Симферополь. На момент аварии в салоне находилось 10 пассажиров. Скорость маршрутного такси составляла не более 40 км в час. Из-за отсутствия очевидцев причина аварии выясняется. Обочины нет, вы же видите. Так, а что случилось? Что, ну на обочину поймал и уехал, помеха была у него. До места назначения, это автостанция «Западная», автобус не доехал. Водитель транспортного средства не пострадал. От медицинской помощи отказался. Сейчас находится на месте аварии, помогает спасательным службам. Вы нормально, если у вас что-то случится, вы будете рассказывать? Это нормально? На место аварии прибыло 3 кареты скорой помощи. В короткие сроки пострадавшим оказали медицинскую помощь. По данным Минздрава, 7 человек были госпитализированы. 2 проходят обследование. 1 из пострадавших находится в 6-й городской больнице. 4 переведены на амбулаторное лечение. Все поступившие с травмами средней и легкой степени тяжести. Одной из причин аварии местные жители считают отсутствие придорожных ограждений. Посмотрите на эту обочину. Ни отбойников, ни бордюров, ничего нету. Любая, даже легковая машина, попав на такую обочину, перевернется, не дай бог. На месте происшествия сейчас работает тяжелая техника, служба ДПС и правоохранительные органы выясняют причины аварии. Теперь этот автобус годится разве что на металлолом. Его каркас полностью деформирован. По одной из версий, причиной аварии стала невнимательность водителя. Арзы Хасьянова, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет».